Всем привет, друзья! Это Павел Вайс и Женечка. У нас сегодня очередной юнит. Предлагаю его разобрать. Обещает быть крутым. Понеслась! Вот этот юнит, 2228. Помнишь, прошлый юнит был 2227? Да, точно. Ребята, помните прошлый юнит 2227? Сегодня 2228. Следующий вот этот, наверное, будет. 2229. Пойдем так по рядочку. Заплатили мы за него, ребятки. Сколько мы заплатили, Жень? 400. Где-то 400, тоже 460? Нет, 480. 80, да. Но он такой чистенький, такой аккуратненький. Мы не могли мимо пройти. Вау. Мне кажется, даже пакета не надо было. Да, что-то мы мусора здесь вообще не видим. Здесь нет ни одежды, ни мусора. Тут есть мебель и коробки. Какие-то звуки странные везде. Кстати, да, мы в этом сторидже нашли последний раз. А вот он и есть, этот дрессер. Боинг. Да, а, да, мы в этом билдинге, в этом здании мы нашли от Боинга штурвал. Давай кресло уберем. Ребята, мы насчитали 4 телевизора. Кому телевизор? Даже если здесь ничего крутого не найдем, здесь очень классные... Патио фурнитур. Очень красиво, чисто. Давай его сюда подальше. Я думаю, такое продастся быстро, Жень. Посмотри, пока я их вытаскиваю, под низом этот бренд. Нет. Пожалуйста. Смотри, какая подушка. Это подушка для сидушки. А, подушка для сидушки? Сидушки на подушках. А вот тут тоже есть, смотрите. На присосках. Ой, смотри. Это стол был. Есть. Стол. Вот оно стекло. Кстати, очень классный этот. Слушай, Петя хотела себе такой. У нас есть девушка по имени Петя. Да, знакомая девушка. Классный. Диван такой. Не, очень красивый этот сет. Надеюсь, в коробках много интересного. А то что-то пока... Мебель. Хотя такая легкая, такая классная. Женька, смотри. Ты диван поднимаешь сама. Обалдеть. Давайте посмотрим в коробочках. А вот кейрук. Вот она. И подожди, здесь кружки остались. И коробка вон от него есть. Ребят, такой мы за $300 в прошлый раз продали. Его немножко подчистить. И вот тебе и кейрук. Смотри, как в тему. Тебе вот это убрать, выкинуть? Давай, бери пакет. А кружки? Смотри, как в тему. Мама needs some coffee. Вот это хорошее. Давайте сразу добавим $200. Ну, в прошлом мы продали за 300, может, нам просто повезло. Ох. Спокойно. Его коробка держала. Ну, тут написано plates, cups. Да, стаканы, plates, cups. TCL. Так себе телевизор, но я думаю, $100, он очень такой плоский. Я думаю, $100 за него можно получить. Тут картины, тут матрасики небольшие и коробки. Да, здесь я вижу подушки. И здесь подушка. Такое ощущение, что эти подушки тоже от какой-то мебели. Угу. Тут какой-то суммарик. Походу новый. А в суммарике написано $96, что ли? Посмотри, сзади. Нет, 96 инчи. Длина, это тюль. Такая. Made in China сумка. Такая прикольная сумка. Новенькая, Жень. Но китайская. Ну и что, давай я сюда на хорошем состоянии. Новенькая. С кошельком. С кошельком. Но 10. Мы за 10 ничего не продаем. 20. Смотри, это стол. Это стол, значит, стекло должно быть это. Стекло, да? Да. Коврик. Ага. Зеркало. Так, здесь, походу, у нас это стекло от того стола. Да. И интертеймент-центр. А как ты думаешь, если его выставить на продажу, Жень? Я вот тоже думаю, вот сразу. Здесь ничего не нет. Слишком много мебели. Это вот это они назвали интертеймент-центр? Наверное. Так, тут постельное. Ковер. Какой-то синенький ковер. Держи. О, какой ковер. Ну, чистенький, да. Но ничего особенного, я думаю. Ты выкидываешь это? Да. Оставь. Зачем нам пакеты? Нам пакеты не нужны.
Второй. Нет, ну, это обыкновенный. Это Белла. Ну, это как обычно. Ну, Кирок там был. Кирок, надо просто поменять их местами и все. Но это тоже неплохой. Замечательно. Вот это от Кирок, от того, да? Да. Микроволновочка. Я думаю, микроволновка, она. Вот подожди. Она вот здесь не видно. Ну, открыть, убедиться. Если она новая или старая. Держи. Я уже, наверное, хорошо. Да, это использованный. Микроволновки идут, да. Ну нет, 20-30 баксов. О! Принтер с картриджами. Принтер вот такой у нас. Pixma MX490 он Canon. Цветной или нет? Цветной. Угу. О-о-о. Christmas. Самая лучшая. Сейчас уже Christmas пройдет. О, красивая кулер. Сумочка. Кулер. Еще один кулер. Это тоже кулер? Да, смотри, какой. Не просто кулер, а смотри, какой. Паша. Вау. Фига себе. Это в машину ставится кулер. Это вообще классная вещь. Посмотрите, какие игрушки новогодние, Жень. Блин. Glass. Handcrafted. Wonder Shop. Написано $10. Какой олень? Вот это олень. Это елочки. Ну тут все понятно, Жень. Замечательно. Тут lights. Замечательно. Все понятно. Тут еще один олень с поставкой. О, какой красивый олень. Все, закрывай. О-о. Вон туда. Все? Ты свою работу сделала? Давай свои сумки сюда. Так, тут огроменный такой бин. Мы его вот сюда поставим. Крисмас! Юбочка для елочки. Юбочка для елочки. А здесь у нас елочка. Lights. О, вот это замечательно. Все замечательно. Нет, тут реально много Крисмаса. Тут все Крисмас, Женька. Да. Все ясно, ложи. А как, мы не будем выставлять все? Не знаю, ты хочешь домой забрать или хочешь здесь оставить? Ты хочешь что-то, хочешь на продажу поставить, или не хочешь все забирать домой? Не, юнит оставляю на продажу. Это слишком много всего. Давай. Окей, глянь вот здесь. Хочу посмотреть, может быть, там какие-то крисмасовские штуковины такие интересные. Быстренько пройдемся. Надо опять выйти. Это что такое? Слишком быстро, да? Ну ладно, хоть прям вот здесь, далеко бегать. Подожди, я вот эту забыла. Юбка? Юбочка. Для елки или для Женьки? Все, ложи. Все, елка пошла. Кстати, фамилия у нее Ёлькина. Елькина или Ёлькина? Елькина. Будешь Ёлькина. Стулья. Какие стулья классные. Но они какие-то все разломанные что-то. А давай их вон туда в угол. Давай. И сколько? 6 походу. Парочка, 2 стула и 4 маленьких. Новый. Новый гриль. Называется Presto. О, это классный гриль. Я его хочу оставить нам. Будешь грилить? Вот для чего мы сюда пришли. Ну, здесь очень много написано Kitchen Glass. Будем посмотреть? Будем посмотреть. Принеси мне водичку, Коть. О, давай вот здесь разбирать. На вот этих коробках. Давайте посмотрим, что здесь есть. Написано глаз. Ну, может быть, интересный глаз какой-то будет. Ну, глаз имеется в виду стекло. Ой, а тут и не стекло, а еще и новое, а еще и собачки. Mahogany Teakwood High Fragrance Essential Songs. Это освежитель воздуха собачка.
Здесь такая доска. Business home. Перевод на русский — дом. Смотри, какая. Угу. Я нашел шкатулку. Это эти, где? Костеры. Она вот. Ну и одна там. Да, здесь 10 черные. А внизу? Угу. А внизу больше рам в основном. Подожди, вот это мы оставляем. Собачка продается, вот такие сайны тоже продаются, шкатулки. Хорошо, оставляй. Куда мне их? Туда. А тут написано Kitchen Supply. Не обманули. Kitchen Supply. Тут водичка, смотри. Это замораживатель. Туда наливается вода и замораживается. Тут все для Kitchen, Жень. Пока не густо. Kitchen Supply Mix. А тут коробочки в коробочках. Что тут? Убирай свой ножик. А это что? О, это шланг. Это шланг. Женя рада шлангу. Так, здесь какая-то фигня была непонятная. У, Белла. Мини-капкейк-мейкер. Скорее всего, использованный, да? Да. Но он есть. Посмотрим, сколько он стоит на eBay. Прожектор на дом или там что-то уже другое? Прожектор на дом. Прожектор на дом. Бутилку. Здесь такая маленькая вафельница. Ой, класс. Ну, она использована. Ну, здесь подставочка из Италии. Коробка, конечно, немножко покоцанная. Ну, как, испарченная. А, это для дипа. Чип и дип. Она новая. Она абсолютно новая, да. Мне кажется, шаги свои намотаю. Вот туда-сюда ходя, включая свет сегодня. Да, Женя 10 тысяч шагов в день хочет проходить. И проходит. Ой. Это смел? Это реально смел. Смотри, гриль. Да. Смотри, гриль. О, он скользит. Такой убитый. Панини. Белла. Ну, люди любят панини. И утюг. Jennifer, Happy New Year. Love of Bella. Даже не воняет. Но он использованный. Но мы оставим. Такой на eBay хорошо продается. Держи, уноси. И утюг. Может, просто коробку назад положим? Утюг Hamilton Beach. Мы их продаем за 23 доллара. Так. Вроде нормально. Они что, прикалываются? Вот, тащите сюда коробку. Ты все уже в коробке? Коробку, да. Тащи коробку сюда. Ну, эту коробочку мы оставим. Тут такая техника бытовая. Ничего особенного, но, в принципе... 20 долларов там, 30 там, нормально. Даже не закрывай ее, сюда ставь, я вот это туда положу. Там есть еще место? Ну, посмотри сама. Bathroom, то есть туалет. А где living room или bedroom? Типа спальня или гостиная? Там все самое интересное. А кухня, bathroom не очень интересно. Туалетные принадлежности, Жень. Даже коврики собрали. Kitchen supply. Тут уже этот металл. Ножики. Тарелки. Тарелки, стаканы. Они уже открывали, мне кажется, это. Эти люди, кто здесь работает. Неужели нас надурили, а? Что думаешь? Не знаю, я не думаю, потому что гостиницы они так обычно не делают. Они только идут снаружи. Но они закрыты, как... Что здесь? Люди закрывали. Pots and pans, да ладно, не может быть. Ты не веришь своему счастью? Да. Покажи. Pots and pans. Fragile glass. Подсвечник. Угу. Это подсвечник. А, вот свечки для подсвечника. Прикольно. Да, здесь рамки. А свечки что-нибудь забираешь, если ее забираешь? А свечки-то есть. Жень, не очень веселая. Опять попали на какой-то bathroom.
Что такое? Ножик свой убери. Боюсь, прыгну. Зато у них все в зеркале. Знаем, какой стиль у них. Ты же не обиделась на этот юнит? Или на меня? Сегодня ребят купили два классных юнита, а их прям отменили в последнюю секунду. Как будто хорошие юниты сегодня не раздавали, только фигню всякую. Крокпац! Кичен! Новая кастрюля какая-то. You think it's new? It's new. А, это какой-то крок. Новый. Да, он с ним. It's new, Паш. Ну, крышка совсем не new. А крышка от нее? Ничего из нормальных вещей, только одни туалетные, кухонные. Кровать арт. Вот это прикольно. Она новая. Биби. Компания. Видишь, какой арт. Биби. Биби. На еще арт. Ух ты. Мерлин Монро. Красавица. Ну, я имею в виду красивая картина. Угу. $30 стоит такая картина. И здесь Мэрилин Монро и Кеннеди, кажется. Нет, или не Кеннеди. Фиг знает, слишком молодой для Кеннеди. Телевизоры какие-то такие. Толстенькие, жирненькие. Сколько стоит? $20 было на сейле в Рос. А так было $40. Так. Постельная. Ну, это классно, сюда ключики вешать. Ну, это эти люди, Женя. Это не эти люди, это 4 inch by 6 inch. It's just people. Ты хочешь это оставить? А здесь подушки и все. Да, и шторы. Это тюльки всякие. Ну, что я могу сказать, ребята? Фиаско, еще раз. Все коробки с кухонным, все коробки ничего не стоят, к сожалению. И мы этот юнит будем продавать таким, каким его купили. Особо мы ничего не забираем, но жизнь такова, что иногда бывает и такое. Как еще раз сказать, не все коту масленица. Да, Жень? Да. Ну что я вам скажу, ребята, вроде, ну так ничего, я думаю, в ноль, может быть, ушли. Вот, на Кируг, на вот этой всякой технике, и на вот этом один телевизор, и вот это патио. Как патио по-русски, Жень? Гарнитур. Уличный гарнитур, короче. Еще, может, на нем отобьем. Ну а так ничего особенного, в основном кухонное, туалетное и все. Что вы скажете об этом? Спать хочу. Коротко и ясно, спать хочу. Все, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всем peace, пока.